1, П, 3, окно, 9. Без очереди после рабочего дня и даже в выходной. По такому принципу уже несколько лет работают региональные офисы «Мои документы». Получать все государственные услуги в одном месте и значительно экономить свое время стало возможно благодаря внедрению по всей стране федеральной концепции МФЦ 2.0. На территории Ульяновской области работает 28 многофункциональных центров. И с 2012 года многофункциональные центры всего нашего региона оказывают услуги Фонда социального страхования. У нас ранее было подписано соглашение, и мы 5 услуг, востребованных нашими жителями, оказываем в многофункциональных центрах. Это очень удобно, потому что люди могут прийти в удобное для них время до 8 вечера и в выходной день в субботу. Теперь в МФЦ таких услуг 6. Соответствующее соглашение подписано между правительством для граждан и региональным отделением Фонда социального страхования. Обратиться в офисы «Мои документы» теперь можно и за путевкой в санаторий, и за компенсацией проезда к месту лечения и обратно. Приобретение технических средств реабилитации – самая востребованная в регионе услуга. Только в прошлом году в отделение социальной защиты за ней обратилось около 2000 жителей. Мы надеемся, что это принесет пользу для наших заявителей тем, что на сегодняшний момент наше отделение и наши управляющие по районным центрам присутствуют не во всех районах, а многофункциональный центр, как вы знаете, присутствует в каждом муниципальном образовании Ульяновской области, поэтому это будет действительно направлено только на пользу для наших граждан, которые пользуются данными услугами. Подать заявление можно, предварительно записавшись по телефону контактного центра 37 31 31 или на сайте МФЦ. Обратиться можно в любое отделение, независимо от места прописки. Положительное решение о предоставлении санаторно-курортной путевки по новой программе получат инвалиды всех групп, дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, а также ветераны боевых действий. Яна Федорищева, Владимир Куликов, Новости Улправда ТВ.